Во время пандемии у нас действительно был взрыв неравенства. Это был период беспрецедентного бума для миллиардеров. И одно из больших признаний и выводов, которые показывают наши исследования, заключается в том, что неравенство не просто делает более нездоровым и несчастным общество. Это жестоко нас убивает. У нас есть исследования, которые показывают, как неравенство способствует смерти одного человека каждые 4 секунды из-за экономических, предотвратимых и решаемых проблем. Голод, отсутствие доступа к здравоохранению в такое важное время, как сейчас происходит. 99% человечества остается позади, потому что мы наблюдаем рост числа миллиардеров. Он удвоился со скоростью 15 тысяч долларов в секунду, что на 80 долларов меньше, чем зарабатывают рабочие с минимальной заработной платой за целый год. Мы знаем, что 160 миллионов more people have been forced back into poverty. Мы знаем, что еще 160 миллионов человек были вынуждены вернуться за черту бедности. Это стало настоящей неудачей после многих лет достижения прогресса и сокращения этих цифр. The companies that have made these vaccines have become fabulously wealthy, and that Компании, которые производят вакцины, стали сказочно богатыми, и никто не говорит, что они не должны не получать прибыль. Они получают огромную прибыль во время пандемии. Что нам нужно сделать сейчас, так это взять это под контроль, поделиться технологиями, рецептами, ноу-хау, является ли частью этого уравнения. США должны использовать свое влияние на европейских коллег, чтобы продолжать оказывать давление на отказ от правил ЕС интеллектуальной собственности, которые являются ключевым рычагом, чтобы немного изменить ситуацию и помочь сойти с этой тренировки. Траекторию, которую мы выбрали. Если 10 человек, которые являются самыми богатыми людьми на планете, завтра потеряют 99% своего богатства, они все равно будут богаче, чем 99% всех людей на этой планете. Ревизия. Вот это вопиющий взрыв неравенства, неравенства богатства, которое не должно быть таким явным. В наших людях, на нашей планете, в наших вещах, которые помогут нам выбраться из пандемии и внести изменения в обществе во всем мире. Здесь, в Соединенных Штатах, настало время для перемен.